Terra Mobil дарит вам возможность купить автомобиль Renault по очень выгодной цене. Праздничный концерт организовала воскресная школа Петропавловского кафедрального собора с участием творческих коллективов музыкальной школы и детской школы искусств. Зрителями были дети-прихожаны не только. Одним из ключевых номеров представления стал небольшой спектакль под названием «Подарок царю». Концерт дополнили номера с исполнением рождественских колядок и праздничных песен. Отвели время и для официальной речи. Секретарь епархиального управления протоиерей Алексей Тихонов передал всем поздравления от епископа Амвросия и еще раз напомнил о традициях праздника. Завершилось представление в городском центре культуры традиционными играми вокруг рождественской елки.